Всем привет, ребята, и Капрал София приветствует вас. И думаю, вы заметили, что меня не было достаточно долго. И не будем возвращаться ко всем оправданиям по поводу того, почему меня не было. Потому что на это были достаточно серьезные причины и все тому прочее. Поэтому сразу давайте же перейдем к ролику. Но этот ролик мне пришел довольно-таки спонтанно, случайно. И, в общем-то, в этом ролике будет впервые сниматься моя дочка Денизочка. Ведь вы все давно ее хотели увидеть, а я обещала показать ее на стриме, а стрима что-то нет. Ну, в общем, теперь вы ее сможете увидеть в этом ролике как-то так, что было бы, если бы аниме было ребенком. Такое счастье, у меня как раз для этого видео есть ребенок. В общем, все так удачно совпало, да, это как бы все продумано было с самого начала, чтобы снять это видео для вас. И поэтому давайте начнем. Уроков дофига. Если я это сегодня не сделаю, то завтра уже будет поздно. Так, приступаем. О, Бюгин Еркен. Чтобы я с тобой посмотрела это аниме. Ну, уроки. Или... Ну, блин, у тебя такое личико, пойду с тобой. София, я устала смотреть аниме. Иди ты смотри. Баю, баюшки, баю. Новый тайтл я хочу. И чтоб Леви там ведь был, в его можно там впихнуть. И не важно, что о чем, чтоб сюжет там тоже был. И чтоб Эрен поженил Леви Асуну скорей. Я не знаю почему, просто их я шиперю. Шиперю Леви Асуну. Новый тайтл я хочу, баю-баюшки, баю. Так, сколько ты говоришь в своем аниме уже серии? 24? Ого, совсем много. Да, прям много серий на аниме. А, нам только пока 6 серий. Да, пока так. Ничего, скоро вырастем, много серий будет. Что ты делаешь? А, ну ладно, читать не буду, пошли, будем тебя смотреть. Вот так вот и зарождается кроссовер аниме и Gravity Falls. Дорогие японцы, сделайте Gravity Falls в аниме, я буду не против. Итак, ребята, если вам понравилось это видео, ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте свои офигенные комментарии, обязательно вступайте в группу ВКонтакте, чтобы ничегошеньки не пропустить. Также можете подписаться на меня в Инстаграме, ведь вам не сложно, а мне приятно как бы. И, собственно, всем пока, я вас люблю!